Какое наказание грозит двум фигурантам другой истории, пока не ясно, но отвечать за свой поступок придется. Мужчин подозревают в попытке перебросить запрещенные вещества в колонию. Машину задержали у ее стен, в салоне нашли пневматическую пушку, заряженную свертком с гашишем. Также обнаружили бутылки со спиртосодержащей жидкостью, почти два десятка сотовых телефонов. Все это, скорее всего, улетело бы за колючую проволоку. Все обстоятельства еще устанавливают. Разбираться предстоит полицейским и в обстоятельствах происшествия в городе Нефтехимиков. Там настоящий разгул вандализма. На набережной и в парке десятилетия Ангарска кому-то помешали новогодние украшения. Неизвестные сорвали развешанные гирлянды. А кое-где пошли и того дальше. На Сталинградской аллее и сквере микрорайона Китой спилили часть деревьев. Некоторые насаждения лишились только верхушек, другие уничтожены полностью. А ведь стоимость одного саженца немаленькая. 20-30 тысяч рублей. По всем фактам уже написаны заявления в полицию. Обратились жители близлежащего микрорайона, да, по поводу того, что срезана сосна. Также на днях неизвестными людьми были сломаны все ели и сосны, высажены в этом году по акции «Укорени Селангарский».